Приветствую, друзья! У нас с вами очередной выпуск пустых баночек, пакетиков от Faberlic за неделю. Для чего я это снимаю? Наверное, для того, чтобы показать, что сама пользуюсь этим продуктом полностью, да, и у меня дома, наверное, практически все Faberlic, за редким исключением. Вот, ну и я делаю формат пустых баночек не просто то, что мы использовали, да, но и еще показываю, на что я данный продукт заменяю, если это возможно. Давайте же начнем. И начну я, естественно, с порошка. Здесь у нас концентрированный стиральный порошок, который произведен в Германии. Компания Roma Verna по-прежнему там изготавливают наши концентрированные стиральные порошки. И это был универсальный, без запаха порошок. Вот, и не то, что я его заменяю, просто продолжаю. У нас одновременно появилась еще серия Суюнг, и у меня сразу несколько порошков лежало на полочке, и я просто стирала то тем, для того, чтобы сравнивать, наверное. Так вот, большой разницы нет, как мне показалось, хотя здесь используются еще и традиционные корейские компоненты, такие как сапонины на основе мыльного ореха, то есть тоже натуральный состав. И здесь еще использован экстракт портулака. Да, я так поняла, что он в первую очередь для того, чтобы заботиться о коже рук при уборке. Состав по экологичности здесь такой же. То есть здесь по-прежнему нет анионных поверхностно-активных веществ, которые чаще всего содержатся в магазинных порошках, которые я уже много лет избегаю, потому что они самые токсичные, самые вредные. Вот, ну и особенность, что этими порошками можно мыть прямо все. То есть здесь прямо написано, что ими можно мыть полы, подоконники и другие твердые моющиеся поверхности. Хотя неоднократно мои клиенты и этим порошком тоже умудрялись мыть практически все. Так, значит, еще один порошок. Это вот получается серия Суюнг для цветного белья. То есть вот он был универсальный. Его можно использовать для светлых и белых тканей. И здесь получается цветной порошок. У меня он закончился, естественно, цветного белья всегда больше. Но я решила пока не брать какой-то порошок цветной из этой серии, например. А у меня оказались в руках вот такие вот биокапсулы для стирки, потому что они универсальные, можно стирать как цветные, так и белые ткани. Вот это такая вот капсула, которая точно так же, как и эта серия, содержит натуральные компоненты. Здесь нет никакой химии, как в магазинных порошках. Здесь очень приятная душка, то есть они не химические воняют. И по-прежнему в составе есть мыльные орехи и экстракт портулака. Вот. Их просто одну штучку на 3-4 килограмма сухого белья бросаем в барабан и прекрасно все отстирывает. Точно так же здесь, как и здесь, содержатся энзимы, которые прекрасно расщепляют все пятна. Вот. Ну и раз я начала про порошки, то хотела и показать еще пятновыводители, потому что здесь получается тоже вот в этой серии немецкой, да, был пятновыводитель, он тоже у нас, кстати, до сих пор производится в Германии, но я решила в этот раз опять же попробовать серию Суюнг, поняла, что в принципе большой разницы между ними нет, что меня очень радует. Потому что очень долгое время вот эти вот наши пятновыводители все полностью производились в Германии. И мы думали, что им нет замены. Корейская серия с тем же самым составом сейчас производится в России. Почему она корейская? Потому что здесь используются традиционные корейские компоненты. Поэтому она называется корейской. Но оказывается, мы очень классно можем производить и в России точно такие же продукты. Вот, поэтому, сравнив составы, здесь точно такое же вот получается гранулки, которые можно растворять в горячей воде и использовать для очень широкого спектра разных вещей.
и посуду почистить, и ковры почистить, и пол помыть, и, естественно, для стирки. Переходим к направлению гигиена. Начнем, наверное, с геля для душа. Это пустой. Серии Дон Леон парфюмированный гель для душа. У нас в ассортименте есть практически уже ко всем ароматам. Не ко всем, но к очень многим ароматам. Есть сейчас и дезодорант аэрозольный, и парфюмированный гель для душа. Стоят они у нас очень бюджетно, но по качеству всегда на высоте. Здесь 150 мл. Вот такой вот флакончик. И это уже пустой флакон. Сейчас поменяли его на мужской гель для душа Товаро. Есть такой же летний, свежий, легкий, незатейливый мужской аромат Товаро. Кстати, это парный аромат, есть женский, есть мужской. На лето их, кстати, очень хорошо берут. Поэтому, если хотите просто познакомиться с ароматом, можете для начала взять гель для душа с аэрозольным дезодорантом мужской, женский. И если вам аромат придется по вкусу, то можно брать и сами ароматы. Перейдем к детской серии. У нас есть очень красивая, классная серия Умо. Здесь действительно суперские ароматы. Был у нас вот такой вот детский шампунь-бальзам с ароматом клубнички. Вот с такой милой, забавной зеброй. Здесь получается два в одном с бальзамом. То есть дополнительно какой-то бальзам можно уже не использовать. Но поскольку дочки волосы очень пышные, то мы... Не то, что пышные, кудрявые, длинные очень, то мы все равно дополнительно использовали еще бальзам. Повторюсь, если там не такие пока большие, длинные, шикарные волосы, то можно просто не использовать бальзам. Волосы после него и так очень мягкие и приятные. Почему не полный? Ну, вы сами понимаете, что поскольку я работаю с Faberlic, то... Я всегда покупаю новинки, ребенок не может удержаться и не попробовать, и не держать сразу одновременно разных шампуней. Поэтому, значит, он у нас уже был с Нового года. Здесь, смотрите, такая новогодняя серия. И получается, что вот на этот продукт мы и заменили как раз тот гель для душа. Это тоже гель для душа, шампунь. Это тоже шампунь-бальзам 2 в 1. И вот этот аромат, кстати, мне нравится даже намного больше, чем этот. Очень приятный мармеладный микс. И точно так же, я думаю, совсем не хуже, он работает как бальзам и как шампунь 2 в 1. Теперь дезодоранты. Вот, у нас, кстати, да, я тут еще по магазинам иногда хожу. Я просто удивляюсь, что у нас дезодоранты до сих пор можно там купить за 100 с небольшим рублей. В магазинах ценники уже, конечно, зашкаливают. А вот эти дезодоранты очень любили у нас, когда они были в ассортименте. Сейчас они обновились. У нас сейчас линеечка Айдео называется. И вот такие вот шариковые дезодоранты. Меня, наверное, до сих пор спрашивают, потому что почему. Сейчас, кстати, и расскажу. Дезодорант-спрей. У нас их раньше не было. У нас были только шариковые дезодоранты. Я очень к ним привыкла. Сохнут быстро. Защищают очень хорошо. До 48 часов защиты идет. Здесь, конечно, мне что-то не хватает. То есть я, видимо, то ли отвыкла, то ли... Хотя тоже 48 часов написано. Но, в общем, я, наверное, все-таки вернусь к дезодорантам. Тем более в запасе, как у меня один такой еще остался. Буду пользоваться... Поочередно таким и таким. Наверное, из той же серии гигиены дезинфицирующий гель для рук. Это у нас суперпродукт 2020-2021, когда у нас массово началась вот эта вот истерия пандемии. Вот у нас появился продукт, его, кстати, очень быстро сделали, и я знаю, что компания в больших количествах их даже раздавала. Стоили они у нас очень бюджетно, и сейчас их в ассортименте нет, но у меня в запасах до сих пор кое-что осталось, поэтому я даже не покупаю новое, просто беру. Он, кстати, не липкий, очень приятный такой водичкой. Вот, до сих пор вспоминаю те времена, когда мы ими обливались. Так, ну перейдем к декоративной косметике. Я выбрасываю вот такую тушь. Это была новогодняя лимитированная коллекция. Вот такая вот
классная кисточка и щеточка. Вот, тушь мне в целом понравилась. Вот, но время прошло, надо менять тушь. И у меня их сейчас две. А вот эту я открыла просто для того, чтобы протестировать, потому что она была у нас очень недорогая, всего 119 рублей в распродаже. Вообще такие цены бывают в магазине или нет? Вот, и первое время на нее были определенные жалобы, и я решила попробовать, что она из себя представляет. Оказывается, очень даже неплохая тушь. Единственное, ее не нужно наносить на нижние ресницы, потому что если они верхние ресницы смыкаются с нижними, то создается такое ощущение, как будто они путаются. И наносить ее лучше в один, максимум два слоя, потому что, ну, как бы наслаивать не для этого она вот создана. Кстати, смывается она очень легко. Не скажу, что прям чулочками. Я думала, что чулочками, пока не узнала вот эту тушь. Она новинка прошлого каталога, но эффект панды она не создает. То есть вот такая вот немного необычная тушь, которую, я думаю, компания все-таки снимет из ассортимента, поскольку она была немного такая экспериментальная. Но повторюсь, что за 119 рублей вы такую тушь точно нигде не найдете. Поэтому если увидите ее в распродаже где-нибудь в разделе «Остатки сладкие», рекомендую. Своих денег она 100% стоит. Ну и новинка этого каталога, этого седьмого каталога прошедшего, Wow So Long называется тушь. Это тушь, кстати, по кисточке очень похожа с розовой. Вот я покажу. Здесь получается с одной стороны ворсинки чуть подлиннее, с другой стороны чуть покороче. Здесь щеточка примерно такая же была. С одной стороны чуть подлиннее, с другой чуть покороче. Но это термотушь, и она реально снимается чулочками. То есть начинаю умываться, и можно прям спокойно снимать. Точно нигде никаких черных подтеков, никаких черных глаз не будет. Что очень, кстати, удобно в поездках, еще где-то. Единственное, что вода должна быть больше 38 градусов, для того, чтобы тушь спокойно снялась чулочками. Она придает очень, ну, так, мощно длину. Кто-то где-то писал даже до 5 миллиметров. Я не скажу, что до 5, но реснички реально устремляются вверх, прям к бровям высоко, и становятся очень красивыми для тех, кому нравится объем и длина. Я думаю, что подойдет. Так, перейдем к уходовым средствам. И первое, что я покажу, у меня почему-то так часто бывает, что какие-то дополнительные средства к серии я расходую не сразу, через какое-то время только. То есть вот серия у меня уже давно закончилась, гиалуронка, а гидроконцентрат, который у меня использовался вместо сыворотки, закончился только недавно. Гидроконцентрат — это вообще гиалуроновой кислоты довольно модный продукт, он сейчас продается на рынке очень широко, и у нас тоже он есть, гидроконцентрат гиалуроновой кислоты 1,5%. Здесь помимо гиалуронки содержится кальций, инкапсулированный витамин К2, который помогает усваиваться, да, этим компонентом. И все это усилено, естественно, кислородным комплексом NovaFTMO2. Это запатентованная именно фаберликовская разработка, которая есть у нас практически во всех кремах, ну, за редким исключением. Вот. И как я его использовала? Его использовала вместо сыворотки. Дает он неплохой лифтинг-эффект, можно использовать вместо крема, да, если, например, по каким-то причинам не хочется наносить крем на лицо. Текстура у него была гелевая, но, несмотря на это, липкости он какой-то такой сильный не давал. Кстати, вот чуть еще продукт есть, вот такой прозрачненький продукт был. Быстро впитывается и хорошо увлажняет. Наносить можно под дневной крем для дополнительного увлажнения в течение дня, либо можно носить еще и под ночной крем тоже. Еще сейчас я в последнее время прям закупила очищающие полоски для носа. В одной упаковочке их 4 штучки. Очень быстро они уходят, они удаляют черные точки, предупреждают появление комедонов, способствуют снижению пор и дополнительно еще матируют. Вот такие вот это полосочки. Кстати, вот как раз хотела показать.
как выглядит одна полосочка, вскрытая уже. И да, у меня, кстати, несколько уже закончились, осталась вот как раз одна. И уже есть запасы, буду открывать новые. Еще одна салонная процедура, которую спокойно можно делать на самом деле дома, а не за 2500 рублей за одну процедуру в салоне, это карбокситерапия. Причем неинвазивная карбокситерапия. А в салонах, кстати, за 2500 сейчас тоже предлагают именно неинвазивную карбокситерапию. Это значит, что никаких уколов углекислым газом здесь не будет. Как эта серия работает? В процессе здесь вообще два шага. Покажу использованный вариант. Такая вот баночка. Да, я, естественно, их вскрываю, потому что у нас действует эко-программа, и мы эти все баночки отправляем обратно в Фаберлик на склад. Четвертый тип пластика, ручечка, пятый тип пластика, и они там у нас благополучно обретают вторую-третью жизнь. Значит, первый это увлажняющий бальзам, который мы наносим первым слоем. И второе – это активатор. При его нанесении второго именно слоя на лице образуется такая реакция, при которой образуется как раз углекислый газ на поверхности кожи. Значит, при вот этой вот процедуре кислород как раз устремляется, да, для того, чтобы сбалансировать вот этот вот недостаток кислорода как раз к верхним слоям кожи. Вот таким образом кратковременное дозированное увеличение СО2 на поверхности кожи приводит к активизации микроциркуляции и более эффективному поглощению кислорода клетками кожи. Вообще все, кто использует эту серию, отмечают, что кожа после даже одной процедуры уже становится более ровной, приятной. Ну, если регулярно пользоваться, я, в принципе, пользуюсь один, иногда два раза в неделю, то можно добиться и разглаживания морщин, и увеличения упругости, и тонуса кожи. Здесь у этой серии есть еще третий шаг, он продается отдельно. Или есть такой вариант, когда можно приобрести коробочки, все три шага, но там небольшие коробки, как здесь, вот не такие они по 50 мл идут, а вот такие вот малюсенькие по 15 мл, но там три шага, и примерно на 2-3 раза рассчитана вот эта вот маленькая коробочка. Ну и перейдем еще к направлению здоровья. На этой неделе закончился у меня Гипполайт. Это у нас такой десерт-желе, который состоит из натуральных компонентов для защиты желчного пузыря и печени. Так, в составе здесь трава мелисса, семена расторопши, кукурузные рыльцы, календулы и имбирь. Вот. Представляют они из себя вот такие вот саше, которые, кстати, для защиты печени, в качестве профилактики и для отхода желчи можно применять примерно 2 раза в год. И кто-то его, кстати, сочетает с нашим другим БАДом, называется Гепато Форте, даже не БАД, это пищевая добавка, потому что здесь тоже только натуральные компоненты. Их можно сочетать, а у меня в данном случае получилось одно за другим. Масло льняное, масляные экстракты овса, корень одуванчика, корень лопуха, трава тысячелистника, листья мяты. И все вот эти вот компоненты считаются натуральными гепатопротекторами. Вот я, наверное, это больше принимаю для того, чтобы снизить холестерин плохой. Вот. Ну и в целом где-то 2 раза в год очень не повредит, да, позаботиться о печени. Особенно вот сейчас в мире, когда очень много всяких рафинированных продуктов. Наверное, тот случай, когда в итоге я допивала это витамины сама, это детский мультикомплекс, кстати, да, вот в серии Molecula Force. Здесь оказались совсем не сладкие мишки и невкусные жевательные таблетки, здесь оказались прям настоящие капсулы, и мой ребенок пить их не стал, в итоге я их пропивала сама, хотя они предназначены от 3 до 18 лет, наверное, больше они все-таки подойдут тем, кому старше уже 12 лет, которые спокойно могут глотать капсулы. Поэтому вот тот самый случай, когда
я заменяю баночку не на продукт Фаберлик. Ну, вот получается всего того, что здесь показала, только вот один такой продукт. А вот, ну и еще я покажу Доброген Актив. Это у нас коллаген. Коллаген сейчас очень актуален, мне кажется, для всех, потому что, кого не возьми, колени, спина у всех болит. И поэтому для профилактики коллаген тоже рекомендуют применять уже, не знаю, с раннего возраста. Это не только мы говорим про пожилых людей. У нас здесь гидролизат коллагена халяльный на основе говяжьего коллагена. Но у нас уже в следующем каталоге готовится новинка. У нас появится морской коллаген. И я думаю, что уже после этого коллагена Доброгена я попробую именно морской коллаген. Здесь получается у нас 30 порций. Это порошочек с приятным вишневым вкусом. Но здесь, кстати, цвет не виден, но когда мы его разбавляем, он такого красного вишневого оттенка. Применяется он до еды за 40 минут, до завтрака. Удобно, если вы никуда с утра не торопитесь, как я, и неудобно, наверное, если вы все-таки куда-то бежите постоянно. Вот поэтому приходится иногда просыпаться пораньше, пропить коллаген и только потом позавтракать. Вот такой вот у нас получился нынче обзор пустых баночек. Если у вас есть желание заказывать Фаберлик самостоятельно со скидкой 20%, то проходите по ссылочке в описании, оформляйте свой личный кабинет, либо пишите мне в WhatsApp, что тоже хотите завести свой личный кабинет, потому что это действительно очень выгодно. Ну и продукты все доступные от российского производителя, которым приятно пользоваться и которым приятно, делиться и которые приятно рекомендовать. Все, до нового выпуска. Пока-пока!